Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в чемпионаточку на сером миру реплей, 4-й сир. У них здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить меню регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите МН, потом выбирайте 10-й пункт промокод и пишите вот такой промокод КГЕЙМ. Только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Обязательно вводите мой промокод. Ну что ж, чуваки, сегодня у нас новая серия по Радмиру. Да, пацаны, именно по Радмиру. И у меня вопрос, как эта машина туда попала? Я вот подъезжал хорошо, такой смотрю и думаю, каким образом же ж она могла сюда залететь? Я так понял, эта машина непонятно чья, потому что, видите, у нее даже номеров нет, может быть, даже админская машина. И, короче, непонятно, как она сюда попала, потому что проезда здесь вроде бы как вообще нету. Ну да ладно, в принципе, я приехал к своему гаражу не для этого, а для того, чтобы взять Феррари и поехать посмотреть, возможно, новый мотоцикл. Я просто не помню цены на мотоциклы и, не знаю, может быть, купим себе в этой серии новый мотоцикл. У меня в банке есть 300 тысяч, но это как бы мало. И если этот мотик продать в утиль, я не знаю, сколько выйдет денег. Поэтому я не знаю. Ну, просто он мне как-то надоел, пацаны. Ну, он классный, я не спорю. Советую всем покупать там и так далее. Но он мне надоел, он мне же около, наверное, месяца. Просто мотик реально заебался есть. Поэтому берем Феррари и едем в Литкарино в автослом мотоциклов. И там уже, я думаю, встретимся мы с вами. Ай-яй-яй, пацаны, так а что была лобовуха просто, видите, даже колеса остались. У меня вот тут автобус ебался. Ну, точнее, я в него ебался, ладно. Вам не предлагают ничего. Я забыл, как тачку заводить. А, вот. Кстати, этот Мерс, я, короче, там горка была, я его просто перелетел. Мне кажется, он так охуел. Просто едет такой, летит, и я перелетаю, понимаете? Он летит, и я перелетаю прям его намного. И он, наверное, прям просто охуел там, блядь. Я так въебался жестко. Я сначала въебался в Запорожец, который стоял по всей дороге. Потом въебался в автобус, потому что я очень быстро ехал. Так, давайте посмотрим, что можно купить взамен нашего мотоцикла. Вот наш мотоцикл, он стоит 300 тысяч. Я на самом деле хочу Харлея, но он стоит 820 тысяч. Дороговато, как по мне. Так, ну это дорого тоже. 40 тысяч у нас стоит, получается, Иш. Ну, блин, Иш менять на этот, ну такое себе, знаете. Хонду менять на Иш, это, конечно, такое себе, я думаю. Можно было бы эту их тему купить, знаете, поугарать там. Ну, блин, она просто незамененная, мне она не нравится. Харлей еще один есть. Ну, конечно, дорогие какие-то Харлеи, очень, очень дорогие. Единственное, что можно будет купить, это, знаете, поугару этот квадроцикл, который стоит, сколько он там стоит? 27 тысяч он стоит. Можно было бы по угару купить, ну а так, я думаю, пока что ставим мой мотоцикл, который у меня есть. Давайте поедем, еще чем-то займемся, думаю. Ну что ж, короче, я забрал полный бак себе в Феррари, и давайте съездим на то место, которое я хотел посмотреть в одном из видео, когда работал на мусоровозах. Оно находится за свалкой. Там, короче, какая-то либо база, либо еще что-то, и мне интересно посмотреть. Дороги там никакой нет, поэтому придется немножко по полю проехаться. Надеюсь, меня в Деморган не посадят. Ну а так будет интересно глянуть, что там, в принципе, да, потому что реально сейчас буду ехать, и надеюсь, это место не убрали. Так, что-то его не вижу, кстати. Его что, убрали? А, не, вот, видите, там деревья и там вышка какая-то. Давайте туда съездим и посмотрим, что там вообще такое. Потому что мне реально интересно посмотреть места, потому что я хоть на Радмире играю уже, ну, где-то месяца три, но я всего даже не знаю, я карту еще все не изучил, в принципе, хотя в КРМП играю 5 лет, но на Радмире я играю довольно-таки мало. Я еще, хотя раньше играл на Радмире, до того, как я играл, по-моему, на втором или на третьем сервере. Ёбаный в рот. Я что-то испугался, видели, они так выехали. Это военные, либо военные или из тюрьмы, типа, выехали. Я так и не понял. А, ну, походу, с тюрьмы они выехали, судя по всему. А, да, тут же тюрьма, типа, такая другая. Ну, я понял, короче. Ладно, едем. Надеюсь, меня админы сейчас не спалят, чтобы до морга не улететь. Типа, пацаны, давайте попробуем перелететь вот эту хрень. Почему бы нет? Блин, я знаю, что это дебилизм, но давайте попробуем перелететь просто. Просто попробуем перелететь. Так, надо ремень присянуть, я что-то забыл. Во, все, чтобы мы были в безопасности, так сказать. И сейчас давайте попробуем перелететь просто свалку. Не знаю, получится это или нет. Ебать, ебаный кран. Пизда, 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 пизда. Блять, просто... Охрененно. Реально, по-другому не сказать. Я просто в ахуе. Как сломать Феррари, пацаны? Просто, блядь. Отправил, блядь, Феррари на мусорку, отвечаю. Просто пиздец. Да уж, конечно. Понимаете, она еще взорвалась просто. Она взорвалась. А интересно, она взорвалась на туре? Или, типа, меня кикнула, она потом взорвалась, и она здесь останется на свалке? Блядь, если она здесь и останется на свалке, это будет, на самом деле, полный пиздец. Ну ладно, давайте я перезайду и потом уже продолжим. Не, ну пацаны, согласитесь, если бы не этот кран, я бы прилетел реально. Мне просто помешал кран. Реально. Сейчас давайте момент, пацаны, истины. Посмотрим, что произошло с Феррари. Блять, а мы все
мой весь транспорт находится вон там вот. А давайте посмотрим, где находится Феррари просто для интереса. Отметь на GPS. И она у нас находится, получается... О, она здесь, пацаны, находится. Прикиньте, она все-таки взорвалась. Даже после того, как меня кикнуло, она взорвалась. Прикиньте. Потому что она была здесь, на свалке. Бля, я хочу вот эту базу посмотреть все-таки. Я не знаю, давайте все равно сейчас я добегу. И мы доедем и посмотрим. Ну что ж, пацаны, я уже почти добежал, я, блядь, заебался бежать. Бежал, наверное, минуты три. Ну, это в быстром темпе, пацаны, я думаю, понимаете. Бонихоп просто наше все. И поэтому я уже добегаю и надеюсь, что машина не сломана. Так, я не понял, где Феррари? Пишем гараж. В вашем гараже есть транспорт. Она в гараже стоит? И где? И где она, блин? Алло, кто-то видит Феррари, пацаны? Я ее не вижу. Походу, все нету, пацаны, Феррари, блядь. Не знаю, где Феррари теперь девать, я не знаю. Давайте пробуем еще раз ее заспавнить. В вашем гараже есть транспорт. Давайте пробуем на мотике заехать. Так, давайте заедем, посигналить. И где Феррари? Ее тут нету. Тут только мочки есть, а Феррари здесь нету. Ну ладно, в принципе, пацаны, я думаю, на это будем заканчивать. Такая непонятная серичка вышла. Чисто, знаете, отправил Феррари за 12 миллионов просто на свалку. Вот как я эту серию, наверное, назову, скорее всего. Ну что ж, пацаны, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что мне поснимать на Редмире, потому что реально у меня идеи заканчиваются. Но вы можете писать свои идеи в комментариях. Все, пацаны, всем пока-пока.